снова всем привет, и мы продолжаем Макса Пейна, скорее всего заканчиваем. Нам осталось две главы, я так посмотрел, это вот «Терять нечего» и «Боль и страдания». Ну и секретный финал, финальный финал. Ну вот прям матрица же, ну. Вы меня натолкнули на мысль, раз вы выбегаете толпою. Ты перезаряжаешься автоматом или нет, кстати? Да. Какой ты умничка. Товарищ с пистолетами вышел. А нет, кто-то с кольтом вышел даже. Молодец. Кольт не очень нужен. Как спить. Я их еще не вижу, зато они уже видят меня. Фух. Ну ладно, на троих 5 патронов. Но на таких говнюков это норма. Еще есть куча перекрытий. Ладно. Ну, а ты обезболивающее дали тут же. Могли бы дать 2 тогда. Где-то стреляют. Ой. Патроны тратить правильно. Гранаты, точнее, даже потому что. Дурачок. Видимо, он сбился и выстрелил М79, да? Нет? А как ты взорвался тогда, объясни мне? Кто тебя взорвало? Тут каз джетхаммером давайте.
Зачем кто-то в углу здесь в комнате спрятал? Блин, главное вовремя отжимать кнопку перед тем, как еще раз нажимаешь замедление, чтобы он не прыгал вперед. Кто бы это делал? Видимо, мне дальше наверх. Черт из табакерки вечно вылазит. О, можно у товарища позаимствовать М79. А на уровень выше, если подняться, то у второго. А вот кто меня сейчас пытался убить, мне непонятно. Там такое ощущение, что тоже с М79. Оу. Resident Evil. Я могу это как-то отключить? Нет. А? Конечно, кто бы сомневался. Так, смотрим, какой тут паттерн. А ведь все равно умудрился попасть. Тут обрез откуда-то мы взяли. Служба, блин, охраны. С обрезом. Зачем? Не понимаю. Пистолеты понимаю, дробовики понимаю. Помповая или вот джекхаммер. Да, крутая штука. Автоматическое оружие для опытного и доверенного персонала. Пистолеты для обычных охранников. Мона. Макс, нам пора прекратить встречаться вот так. Скорее будет холодный день в аду, чем я позволю полицейскому меня остановить. Мисс Сакс, приступайте. Успокойся, Макс. Ты хороший парень, а я не убиваю хороших парней. Да ты и сама не такая уж плохая. Когда Хорн отправил меня убить Пунчинелло, чтобы порвать связи с мафией, это было совсем другое дело. То же самое и сейчас, только плохой парень здесь. Это она. Ее сестра за меня попросила. Я неплохо был знаком с желаниями призраков. Они хотят мести. Макс!
Нет. Прогремел выстрел, и она медленно повалилась на пол. Она была неплохая девушка, совсем не из хладнокровных убийц. И вот теперь кровь медленно остывала в ее жилах. Армия Хорн надвигалась на меня, как толпа фанатиков. Блин. Вот и убили бабёху. По ощущениям, вас было не так и много. Хотя нет. Или подожди, это мы просто еще не поднялись по лифту. Я думал, что мы уже поднялись. И там нас встретили. Ну, мне же лучше. Заберу обезболивающе. Когда лифт спустился обратно, Моны в нем уже не было. Осталась лужа крови, но тело исчезло. Мой разум еще никогда не был так ясен. Казалось, что где-то там, наверху, снежные тучи наконец-то растаяли, и из черной глубины неба вниз смотрят холодные звезды. Пуньк. Кто их успел расставить? Не помню этого. В целом, я бы тут даже, наверное, с пистолетами бы справился. Времени достаточно много. Даже с косыми инграмами я бы попал бы. Так, вот здесь мы сохранимся чуть раньше. Если что, было время, допустим, на М79 переключиться. Я то ли взорвался, то ли... Используем все доступное оружие. Такая награда за... то, чтобы реже сейф скамить. Две бейсболки. У врагов же этих не было, вроде ничего полезного. Либо мы все подняли. Я получил доступ к основному блоку. Там можно было отключить систему безопасности и попасть в ее офис. Вот это подло. Я получил доступ к основному блоку. Там можно было отключить систему безопасности и попасть в ее офис. И попасть в ее офис. Даже так успели уже убить, повторяйте. И попасть в ее офис. И попасть в ее офис. Thank you.
Один хрен, короче. Попасть в ее офис. Ладно, сойдет. Сейчас же и отпилимся. Кольт. И все, да? О, кольт. Не очень, правда, много, но лучше, чем ничего. Крутые штуки-то у нас кончаются. Класс. Этот вертолет без пометок был личным псом Хорн и искал он меня. Я ведь не киллер с ледяным сердцем, я хороший парень. Я люблю жену, у меня будет. Убейте его! Убейте этого ублюдка! Кто-то еще вылезли с другой, что ли, стороны? Я ведь не киллер с ледяным сердцем, я хороший парень. Я люблю же, убейте его! И, конечно, да. Не попал, представляете? Ну и не попал в лифте. Давайте тоже с Инграмов постреляем, не попадаем. Клево, летит куда угодно, кроме как чувака. Взялись, дурачки, блин. Какие вы живучие, блин. Я надеялся, что его снимет. Не. Все серверы пополомали. Все уровни защиты были отключены. Осталось добраться до лифта и подняться наверх. Интересный способ взаимодействовать с защитой. Да, именно так это и работает. А можно мне этот самый лечилок? Это что-то как-то плоховасто мне. Что-то он подзастрял. Во. И тут у нас ничего. То, что я люблю.
и один из участников Десклока. О! А у нас еще 20 минут. 20 минут всего потрачено. Ну, правда, и глава еще не кончилась. Осталось добраться до лифта и подняться наверх. Я уже понял, да, Макс? Мы это и делаем. Кто-то думает, а где все? Ох, как вовремя-то. Чувак качнурнулся. Прям на последнем. Может быть, тут тоже такая же штука? Типа последний патрон наносит больше урон. Как вы меня умудрились зацепить? Сойдет. Тем более бейсбол он сразу же и дали. Персональный компьютер Хорн был включен. Качать все грязные дела, экзе. Если взломать этот компьютер, можно найти массу преступных планов, стратегий по мировому господству, доносов от разведчиков на вертолете, нелегальных записей телефонных разговоров, ссылок на порно-сайты. Меня это мало интересовало. Я видел не так много, но мне хватило. Ну. Макс, и настоящие, смотрю, полицейские, да? Как бы ты монитор взорвал, а не сам компьютер. Плюс, я не знаю, я бы комп куда-нибудь припрятал бы. Тут я даже не знаю, где можно было бы спрятать. А потом, если что, менту это сдать. Потому что-то она-то главная, но сколько еще чуваков могут быть? Которые участвовали в грязных делишках. Я так понимаю, на вниз... Где-то что-то открылось, еще один лифт? Да вроде нет. Тогда куда? Так, для проверки. Ага, вот у нас лифт. Боль и страдания. Вот и последняя глава. Это, кажется, дева с белыми крыльями, которые провожают воинов в уготованный им рай. В реальности это оказался билет в ад. Этот наркотик пробуждал в тебе дьявола. И теперь я искал ее, чтобы убить. Королева подземного мира, захотевшая вознестись поближе к небесам за счет денег, полученных за смерть и страдания. Она не просила, не пыталась меня подкупить. Это своеобразный кодекс чести у убийц. И все это только из-за того, что твоя жена сунула свой нос, куда ее не просили? Мы оба знали, чем это кончится.
Полиция приехала, чтобы арестовать меня. Это просто нелепо, что тебе удалось забраться так далеко. Они сейчас появятся, и тебе не жить. А где последнее сохранение-то? Ништяк. Любят, блин, такие засады делать, что очень мало времени. Это бесполезная трата. Тебе нормально, может? Смерть твоей семьи была неизбежна, необходима, и это уже случилось. Ты не вернешься. Ты ничего не сможешь сделать, слышишь? Не знаю, может быть, мне нужно ждать просто, пока она боевой запас потратит на что-нибудь и случайно попадет куда-нибудь. Ну, хорошо тебе, там холодно, да, охлаждаться успевает ствол. Что, подустал, да? А, и оно закрылось. Ну, видимо, так. Пей, ты или нет? Заведомо проигрышную игру. Ты не выживешь, ты умрешь. Прекрати эту битву и усложняй остаток жизни. Прими свою судьбу и умрешь. Ну, сомнительное предложение. Мне не жить, если в любом случае, то зачем мне умирать тут, если так далеко зашел? Не вижу смысла. Так. Какое хорошее стекло. Ай, 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 ай.
тебе не победить. Ты уже проиграл, проиграл. Только смерть избавит тебя от боли. Ты как попасть умудрялся? Объясни мне. Через стекло? Не будь ребенком, тебе не победить. Ты уже проиграл, проиграл. Только смерть избавит тебя от боли. Прими неизвестное. Давайте. Опять-таки не убедила. Оу. Так, началось. То есть история моя из детства получила продолжение, да? Ой, хорошо как. Ой, как плохо. Но мы до этого места еще не дошли из детства. Тогда я расскажу. А, все, отлично. Да чтоб тебя. Да как ты тут? Готов. Чуваки опять за гранаты взялись. Да чтоб тебя. А тот-то помер, или он крысу там опять сидит? Крыса. Ты помер, ты да не один даже помер. Интересно, ты гранату что ли под себя кинул? Ну, дурачок, что могу сказать? Говню чела, блин. Так, развилочка. И нигде мне не понравится, я чувствую. Хотя тут вроде ничего нету. Даже хабара. Кстати, оружие командоса полное, так что норм. Макс, что ж ты? Что ж ты так долго кидаешь гранаты? Я тебя ненавижу просто, Макс. Так, мы у этой были нужные двери. А мне бы этой гранаты хватило бы.
Опять красиво застрял. Так. Что значит не остановить? Вы превосходите его по всем мыслимым параметрам. Вы лучше подготовлены, лучше вооружены. Вас больше, наконец, вас 20 на одного. Идите и делайте свое дело. Да я уже больше 20 убил. Хитренький, да, какой? Подождал еще. Главное. Нормально, нормально. Чтобы здесь обезболивающее бы положили, вообще было бы замечательно. Патроны опять же начинают подканчиваться чуть-чуть, но... Хотя у меня ощущение, что они начинают подканчиваться, когда просто меньше 3 обоев, это магазина в запасе. Давай, чтобы тоже с дыркой в пузе. Это, похоже, не просто. Будет бегать кругами. Все, все, пропускай. А я еще хотел удивиться. Короче,
Вот это то самое место, где я чуть не накололся. Расскажу, потому что... Хотя можно, наверное, пойти спокойно делать. Я по глупости сохранялся на... на одно сохранение постоянно. Вот. И вот я уже дохожу до сюда. Вот этих убиваю. А этот чувак почему-то позже выходит. Как раз после сохранения. Так, а как мне... Я что-то не помню, это стрелить другое. 15 секунд до взлета. И красиво, что было, как в детстве. И я, короче, сохраняюсь, и получается так, что он выходит и выстреливает в меня. Я минут 5, короче, пытался это хоть как-то сделать. В конечном итоге я почему-то прыгнул на него, получил с гранаты в голову, но у меня осталось вот тоже вот милиписечка. Есть ощущение, что в замедлении у него какой-то либо ущерб, либо последний шанс, что его нельзя. Но есть шанс, что он не умрет. И кое-как, короче, я минут 5, говорю, пытался делать. И вот тут также как-то вот неудачно с гранатой сейчас сохранился. И опять же, меня это же и спасло. Па! Она выжила. This is fine. Последний выстрел поставил жирную точку в этой истории. Я снял палец с курка, все было кончено. Потом все было кончено. Буря утихла, и рваные облака расступились. На небе засияли звезды. Макс Пейн, это старший инспектор Джим Бравур. Здание окружено. Бросайте оружие и ложитесь лицом вниз, руки за голову. Не хочу, там снег, холодно. Ближе к небесам. Голоса полицейских слышались издалека и были приглушены. Не двигаться! Полиция Нью-Йорка! Мои призраки наконец-то прекратили меня преследовать. Нью-Йорк внизу напоминал россыпь бриллиантов на черном бархате. Ну ты нас и вымок. Отвези его в центральный участок. Ты слышал, что он сказал? Уоден был там, в толпе за лентой заграждения. Ничего не закончится, пока человек с повязкой на глазу не скажет то, что должен сказать. А он скажет, я знаю, лучше бы ему сказать. Уоден довольно улыбнулся. Это была улыбка победителя. И победителей было двое. Идите вы нахер. Мы можем, да? Просто пропустить. Нет? Сохранить я не могу, к сожалению. Ладно. Давайте-то посмотрим бонус. Видимо, что-то надо было сделать, нет? Последнее испытание. Ну что за постоянное слоумо? Ой, как вас много. Thank you.
Это какой-то кошмар Макса просто. Это жесть. А можно ли лечилок? Что это вообще такое? И гранатомет, конечно. Очень вовремя. За какую-то сложность, если да, пройти, то вот это откроется. В детстве у меня этого не было. Это эти, я не знаю. Вряд ли это офис, в котором они работали. Да, это скорее всего там, где они, ну, снимали, блин, как это называется. Чтобы с них, короче, делать. Ну да, вот и метро. Ну, вроде как. Когда получается все. Рад, что успел до Нового года все-таки-то закончить. Значит, у вас все выйдет вовремя. И где-то, да, 8 часов это все и заняло. Даже это с первого раза получилось. А, тут нормальные пушки были, да? Я тут с беретой, да, с двумя молотовыми. Но я в целом, по-моему, вот эту всю толпу и повалил, да, с двумя молотовыми. Охренеть. Потому что я не помню, чтобы кто-то мне там сзади мешался. Так что мы на этом заканчиваем. Макс прилег отдохнуть, поспать, и я иду спать. И, возможно, и вы. Лайк, комментируйте, подписывайтесь. С вами был Алекс Трага. Счастливого Нового года и всем пока.